Почвенная засуха, она постигла только юго-восток республики Бугульма, Бавлы, Ютазы, Альметьевск. Но с учетом атмосферной засухи мы к этому пределу еще не дошли. Надеюсь, мы будем миновать эту ситуацию, поскольку я прогнозировал, что информировал вас, что гидрометцентр уже завтрашнего дня дает неплохой прогноз предстоящих осадков. Мы ориентируемся, что это будут агрономические осадки, имея в виду более 10 миллиметров. Это может серьезно повлиять на состояние посевов и улучшить ситуацию. Пока ущерб просчитывать тяжело, но чисто интуитивно, исходя из той практики, которую мы имеем уже за все прошедшие вот 7 лет подряд, влаги не хватает, в разной степени засуха постигает республику. Погода июня месяца, скорее всего, повлияла на судьбу урожая около 1 миллиона тонн зерна. Рекорда в этом году, похоже, что не будет по валовому сбору зерна. Хотя состояние посевов, я вам говорил, оно значительно лучше, чем в прошлом году. Но я очень надеюсь, что валовый сбор зерна будет выше прошлого года.